Я знаю, что взаимоотношения, человеческие взаимоотношения – это вообще ваш конек. Ну да, я вообще смотрю, какие люди подходят один одному. Если они не уживаются, то по какой причине? Хорошо? Ну, тогда для вас не составит труда определить, кто же из наших участниц очень хочет, но никак не может выйти замуж. Помешайте карты. Давайте мне карты. Так, левой рукой к себе снимайте. Подснимайте левой рукой к себе. Так. Так, ну с вами мне все понятно. Вы знаете, вы боитесь остаться одна. Я не вижу, что вы несчастливая от судьбы. Понятно? Не вижу такого. Но у вас карта тупика показывает. У вас зависть сильно на вашу красоту идет. Дамы вам перекрывают вашего мужчину, понятно? И сейчас за какого парня вы думаете, с этим парнем у вас ничего не получится. Перебор энергии идет. Все, короче, разбитость такая будет, что назад ничего не поставите. Виноваты вы сами, виноват ваш язык. Вроде вы такая миленькая, молчите сейчас, но просто смотрите за своим языком, иначе вы сами разводите эту ситуацию. У вас обман. Видите, вам надо обмана опасаться. Вам говорят многие слова со стороны мужчин. Вот и вы будете в дальнейшем обманывать. И вас мужчины обманывают, видите как? То, что вот какой человек сейчас около вас, но он не вы с ним не живете. Этот человек просто, он крутится вокруг вас, но вы его, это не ваш человек. Так, вы знаете, что, Марго, вы можете упустить парня, который действительно вам по жизни, но он не подходит в ваш круг, в котором вы сейчас находитесь, понятно? Вы не видите, что в нем большие деньги, а он эти деньги может заработать. Ваш ответ? Да, вот мне Самида вот почему-то больше волнует. Я бы, в принципе, если бы это было бы из тех людей, которые ко мне приходят, я бы и занялась бы больше всех, чем оставить. Понятно. Спасибо. Вот. Спасибо, Татьяна. Татьяна интересная женщина, но, к сожалению, она даже не почувствовала, что рядом со мной уже долгое время находится мужчина, который все никак не может сосредоточиться, оказаться последним и официальным моим супругом. Татьяна сказала, что молодой человек, с которым я встречаюсь сейчас, мне не подходит, что это не мой человек, а я считаю наоборот, что как раз-таки это мое. И, ну, мне кажется, она не угадала. Мне Татьяна понравилась больше всех, потому что она сказала наиболее точную информацию про меня. То есть все верно. Несмотря на то, что Татьяна якобы ошиблась. Я так не считаю. Я считаю, что лично про меня она сказала все верно. Несмотря на то, что многое, сказанное Татьяной, попало в точку, в своем окончательном выборе ясновидящая ошиблась. А к заданию приступает Инесса. Здесь энергетика спокойная. Даже у девушки особо сейчас пока и мысли нет замуж выходить. Возле нее много очень молодых людей, которым она интересна и которые хотят с ней общаться. Здесь я не вижу. Здесь в данный момент спокойно, здесь есть отношения, есть молодой человек, который любит ее, даже готов на серьезные отношения. То есть тоже все в порядке? Да. И она на самом деле, у нее даже есть такое, что она многим мужчинам интересна, и вроде бы как за нее были частые какие-то споры между молодыми людьми. Так. Замужество у нее будет, и будет у нее уже довольно-таки года, может быть, через два. Здесь, подойдя к девушке, как вас зовут, извините? Елена. Елена. Вот к трем девушкам я подошла, энергетика была намного мягче, спокойнее. Здесь, понимаете, что постоянная какая-то была даже до чувства обиды. На самом деле, вот у Елены, я сейчас могу подойти к своим картам, мне выходит девушка светлая. Почему в данный момент сразу мой взгляд пал на Елену? Просто мне хотелось подойти к каждой девушке и посмотреть, может быть, я ошибаться могу. Но здесь я вижу, что у нее идет именно та стена, которая стоит возле нее. Это и есть, когда у молодой девушки красиво стоит венец безбрачия.
Инесса сказала, что у меня венец безбрачия. Я бы, наверное, послушала ее версию и узнала, как можно решить эту проблему в дальнейшем. Инесса была по поводу меня немногословна, но, в принципе, сказала все верно. Четырех экстрасенсов, мне кажется, настоящими является только Инесса. Мне кажется, только она действительно что-то чувствует и видит. Я бы обратилась к ней. Инесса, к сожалению, тоже ошиблась, потому что она сказала, что я состою в отношениях на данный момент, но это не так. Есть поклонник, но отношений как таковых нет. Настало время открыть экстрасенсам правду. Сейчас вы узнаете, насколько правы вы были в своих предположениях. Итак, я прошу девушку, которая хочет, но никак не может выйти замуж, поднять руку. Это Елена. Я передаю ей микрофон. Да, здравствуйте. Я действительно хочу выйти замуж уже очень долгое время. Эти попытки длятся с 17 лет. И в настоящее время до сих пор не увенчались успехом. Если у человека есть мужчина на тонком плане, он уже считается, они считаются мужем и женой. Официально, неофициально, это бумажка, это всего лишь бумага, понимаете? Как бы то ни было, трое из четырех экстрасенсов оказались правы, сказав, что именно Елена стремится, но пока никак не примерит подвенечное платье. В отличие от своих соперников, Татьяна Цехановская была больше обеспокоена судьбой другой девушки и не заметила проблем Елены. Далее в программе. Картина под красным бархатом. Экстрасенсам предстоит не только узнать, что на ней изображено, но и описать художника. Я чувствую мужскую руку мастера. Изображен человек. У кого из наших участников дар ясновидения развит лучше? Узнаем через несколько минут. Оставайтесь с нами. Способность видеть то, что скрывается за толстыми стенами, закрытыми дверями и непрозрачной тканью, отличает экстрасенсов от нас, обычных людей. А насколько развит дар ясновидения у наших участников? Сегодня мы это узнаем. Людмила Зотова, художница, член Союза художников России, лауреат премии ООН. За 2 десятилетия творческой карьеры у нее прошло более 100 выставок в 55 странах мира. Техника, в которой работает художница, уникальна. Ее называют пальцевой живописью, то есть все картины Зотовой написаны руками. Мы пригласили Людмилу в нашу студию, чтобы проверить, смогут ли экстрасенсы уловить энергетику художницы, а также понять, каким необычным способом написаны эти полотна. Итак, мы приглашаем в студию Татьяну. Ваша задача, не поднимая бархата, узнать, что это за картина. Возможно, если у вас получится, что за художник ее написал. Сейчас я карту покажу ее. И посмотрим, что нам судьба скажет по поводу этой картины. То, что изображено на этой картине, карты говорят, что это то, что между мужчиной и женщиной как-то вот может их связывать. То, что, допустим, отношение мужчины к женщине может быть. Так, но это что-то очень хорошее. Я не вижу, что там про войну или еще. Нет такого. Мужчина и женщина. И вы знаете, вот мужчина падает прямо, а женщина перевернута. Если, например, мужчина как-то виноват перед женщиной, или, например, хочет с ней как-то познакомиться, вот что-то он ей хочет вот такое хорошее, позитивное дать, это то, что на месте вот что-то поставили. Вот поставили, а потом нарисовали. И вы знаете, что сейчас я посмотрю. Посмотрю, что мне руки скажут. То, что нарисовано, оно состоит как бы из двух частей. Вот нижняя и верхняя. Нижняя часть, она такая вот неживая какая-то. А вот от верха здесь идет тепло такое, знаете, радость и тепло. Вы знаете, вот что-то у меня такое предположение. Ну вот как я бы это вот. Да радость какая-то, может, цветы, что ли. Поразительно, но Татьяна Цехановская буквально просканировала непрозрачную ткань и четко назвала то, что изображено на холсте. Это действительно цветы.
Наша следующая участница Изольта сразу почувствовала светлую и радостную энергетику полотна. Энергия очень теплая, не холодная. Тона скорее светлые, радужные и яркие. Человек вкладывал много света, много радости, много тепла, как бы писал эту картину. Это очень-очень позитивно, очень радостно. И художник хотел сказать, скорее всего, ну, хотел нести свет в этот мир. Писала женщина. Так, художник-женщина. Женщина, да, потому что только женщина способна нести именно такую радость, свет и жизнь. Человек, судя по всему, поменял свою судьбу в какой-то момент очень кардинально. Женщина зрелая, в возрасте. Женщине сложно определить ее возраст, но лет 50, открытое очень лицо. Хотя она не всегда была такой. Поразительно, но Изольта озвучила такие факты биографии Людмилы Зотовой, о которых не знала даже наша съемочная группа. Как оказалось, Зотова действительно много лет занимала высокий пост, работала в Верховном Совете СССР, а затем и в аппарате президента. Однако в один прекрасный день решила в корне изменить свою жизнь и заняться живописью. Я чувствую цветы. Интересно, а что, глядя на полотно, скажет наш следующий участник Дарда? Скажите, пожалуйста, а это оригинал или копия картины? Это оригинал. Оригинал. Да. Из Третьяковки? Много дополнительных вопросов. Смотрите, сразу выходит карта «Суд». Так. Здесь изображен архангел Гавриил, который помогает людям подниматься, восстанавливаться. Поэтому возможно, что на картине что-то изображено, но тематика такая духовности. Может быть, я чувствую мужскую руку мастера. Изображен человек, либо природа. Что-то очень приятное, но наверняка это не натюрморт. Сильная картина. Картина связана с эмоциями, картина связана с чувствами, картина связана с человеком. Ну, если мне карты говорят, что, видите, выпало две женщины, да, две королевы, да, тогда я считаю с карты, скажу, что на картине изображен человек, а это женщина. Картину рисовал мужчина. Ага, художник-мужчина. Художник-мужчина, сейчас его в живых нет. Вот такую информацию я вижу. Последней к испытанию приступает ясновидящая Инесса. Здесь ощущаю тепло. Тепло идет женское. Это именно создание идет от женщины. Что вложила она в нее свое тепло и свою душу. По поводу изображения, вижу здесь что-то такое, как красочное, связано, может быть, с природой, с чем-то таким, ну, как вот зелень, вроде бы и не лес, и не ближе, может быть, как какое-то изображение, вроде бы каких-то цветов, зелени, вот что-то такое сейчас вижу. Потому что сам человек по себе открытый и очень такой, который полностью влаживает душу в свое создание. И я приглашаю в эту студию создателя картины.